Об этом она рассказала на приеме у губернатора. По задумке в бизнес-инкубаторе будут не только рассказывать, как правильно шить, но и заниматься поддержкой перспективных проектов. Молодежь не хочет идти заниматься ручным трудом. Есть, скажем так, желающие молодые модельеры, дизайнеры, конструкторы, которые хотели бы заниматься, но у них не хватает собственных средств для этого. Поэтому у меня возникла такая идея создать бизнес-инкубатор на базе моего предприятия для того, чтобы привлечь широко вот тех вот людей, которые хотели бы заняться швейным производством. Все, кто сегодня пытается активно себя позиционировать с точки зрения как бы стремления заниматься бизнесом, мы поддерживаем всех. Средний и малый бизнес – это наша экономика, экономика нашего региона. Это, наверное, отчасти локомотив, потому что больше половины сегодня у нас бизнесменов – это представители среднего и малого бизнеса. Поэтому мы должны их поддерживать. И наша задача – сделать так, чтобы они на самом деле успешно работали, создать им условия для этой успешной, комфортной работы. Вениамин Кондратьев попросил руководителя Департамента инвестиций и развития малого бизнеса помочь в реализации идеи.